Традициям не изменяю. Третья песня, как третий тост. Я разные вещи пою на концертах, именно вот на третью песню. Хотя, наверное, чаще именно ту песню, которую сейчас спою, по-другому быть не может. Потому что вчера вот в 13.06 случилось ровно 5 лет, как Игорь Валентинович Ткаченко ушел в последний полет. Мы вчера собирались на кладбище, было очень много речей, таких искренних, проникновенных. И вот как-то символично получилось, что батюшка, когда заканчивал свою, ну, не знаю, это проповедь или речь, и в это время пара Су-25, ну, с авиабазы Приморско-Ахтарск прошли. То есть, ну, ребята, естественно, же не слышали, что там на земле происходит. Вот они взлетели там, вышли по кругу, и именно тогда, когда это было нужно. То есть, все там видит. И Игорь наблюдает за своими летчиками и все остальные летчики, кто ушел в последний полет и кому посвящается эта песня. Третья песня. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным. Будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же к нашим, но суров. А здесь главное исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю, летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком чёрствым у фото со мною стоит. Мы живы, хоть оплаканы родные, нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок, заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим, а в ад нам и самим-то не резон. Забор, казарма, КПП на входе, у нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главная, одна на всех задача, летать с живыми здесь по небесам, стараться уберечь парней. Иначе всем плохо, коли они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что
что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Вне возраста все летчики в полете, равны все и Лётёха, и Головком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете и Уточкиным с одесским юморком. А Вася Сталин, ну да, особняком шумит нам про исправность всей матчасти. Припады, мол, за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях вон целый борт опять сгорел, и новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю на входе в гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь поздно в полете бывать осторожны, на все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы, и небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. А как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно. Теперь уже можно.